Сегодня у нас в гостях блистательные и успешные люди, песни которых напевает вся республика. Это Андрей Савинов и Дарья Лаврова. Доброе утро. С наступающим вас Новым Спасибо. Годом. Какое у вас предновогоднее настроение и с чем вы завершаете этот год? Настроение отличное. Мы год завершаем выпуском альбома. Расскажи про альбом. Альбом наш называется «Держись за сердце». Мы думаем, что каждый наш поклонник будет, правда, держаться за сердце при прослушивании наших песен, потому что они все от души, они все с большой подачей, они о любви. Для души. И для души, естественно, да. Вот действительно, все песни о любви. Да. Есть. Одна у нас о расставании, одна. И то у тебя, да? И то у меня, да. А кто является автором всех песен? Или большинство песен? Ну, как пишутся они у вас? Дуэты у нас, конечно, все авторские. Да, писал я. Да, музыку и слова. А также в альбоме имеются сольные песни, которые уже авторами являются разные люди. У меня, например, разные. Я сама не пишу, поэтому у меня уже как получится. Если вдохновили, спою, перепою. Если нет, скажите немного о вашем союзе, о вашем дуэте. Давайте. Ну, мы образовались. Организовались тоже. Примерно в 2014 году, да? Да. Угу. Андрей пришел к нам на проект «Караоке Старс». У нас с Яночкой Федоровой есть такой конкурс для непрофессионалов. И вот как раз Андрей к нам пришел на первый сезон, где он победил. Ну и, конечно же, он успешно работает в этом направлении и замечательно пишет стихи. Я прямо, мои друзья вот, в восторге от твоих песен, от твоих стихов, поэтому стараешься, продвигаешься, и это радует. У нас, в принципе, много финалистов, но один из лучших он. Говори. Ну что ж, дорогие телезрители, мы сейчас послушаем замечательное дуэт. Мы с вами прощаемся, желаем вам замечательного Нового года, чтобы он у вас прошел замечательно, и увидимся с вами вновь в эфире. Всех с предстоящими праздниками, желаем вам всего самого лучшего. Смотрите новый день, каждый день. Увидимся с вами в 2017 году. Когда кричит моя душа, что без тебя я стану счастлива тотчас. Поверь, мне сложно осознать, тебя понять. Мне кажется, ты хочешь любить, мечтать, пылу сгорать и ни о чем. Я твой любимый герой.